Приветствую, любители острова. Здравствуйте, друзья. Рабочие ножи турист. Вашему вниманию. Неоднократно говорил, повторюсь, туристическое здесь все-таки только название. Погнали, посмотрим. Форма клинков, друзья, обращаю внимание, именно форма финского типа. Кто на нас подписан давненько в YouTube или ВКонтакте видел наши работы, помните, были такие ножи финский и север. Вот это именно та форма клинка. То есть плавно идет на сужение. Обращаю внимание, не спуски, а именно форма. Клинки всех трех ножей из кованой стали Х12МФ. Термообработка традиционно в нашем исполнении 61 единица. Спуски прямые от обуха, в простонародье клин. Соответственно, все три ножа обалденные резачки. Финишированы мелким сатином поперечным. Рукояти, друзья, традиционно, как вы видите, помните, мы делаем с изгибом в таком исполнении для более четкого хвата. Гарды навершия, художественное литье из мельхиора. То есть небольшой упор, палец при работе у вас будет закрыт. Это первый красавец. Есть. Второй нож, друзья. Ну, как я сказал, тут, да, в принципе, вы из названия ролика поняли, по исполнению клинков все одинаково, разница в рукоятях. Здесь классический черный граб. Также мельхиор. Второй красавец. Ну и третий нож, друзья. На рукояти дерево венги. То есть специально поближе показываю, кому какой подойдет по цвету, по исполнению. Повторюсь. Падук, черный граб, венги. По своему, друзья, назначению это отличные рабочие резачки. Полноценно уже заслуживает звание рабочая классика. Действительно классика. По размерам 270 мм общая длина, 140 клинок, 28 ширина, вот здесь наибольшая, и пошло на сужение. 3-4 в обухе. Вот такие три красавца, друзья. Отличные рабочие ножи. Обалденные резачки, повторюсь. Стоимость любого ножа 4500 рублей. С ножными, кожа, теснение, как всегда, два подвеса. И вот так сидят в ножнах